Я Милош Зиха, тренер Атланты. Я сделаю фотосъемку для журнала Pro Sport. Очень фотогеничный человек. Он всегда, мне кажется, краем глаза видит, что его снимают, и немножко работает на камеру. Моя работа – работать с игроками, не фотографироваться, не выступать перед камерой, но в этом тоже что-то положено в моей работе. Я Евгений Устюгов, сегодня принимал участие в съемках Pro Sport.